цена только сегодня. Главный товар дня по исключительно низкой цене. Итак, друзья, представляю вашему вниманию роскошный смартфон. Смарт – это ум, фон – телефон. Смартфон – это умный телефон. Умный телефон, без которого невозможно обойтись в современном мире, невозможно представить себя в этом самом мире. Друзья мои, представляю вам его сейчас. Потрясающий дизайнерский смартфон, стильный корпус, друзья, потрясающие цвета. Есть платина, есть красный цвет, а еще есть классический черный цвет. Обращаю внимание еще вот на что. Стоит наш, еще раз повторюсь, смартфон, то есть умный телефон, как мобильный телефон, всего 3999 рублей. У него сегодня, благодаря нашей распродаже в рубрике «Электроника», 60% скидка. Фантастика, да и только, 60% скидка. Где-нибудь вы такую встречали хоть в одном магазине техники? Ну так, по-честному, да? Никогда. А здесь, пожалуйста, 60% скидка, и еще не все. Наушники. Вы получаете их в подарок. Ну и, конечно, не забывайте, друзья мои, что закажете, если вы еще карту памяти, получите бесплатную доставку. А карта памяти для него точно не повредит, чтобы вы могли хранить на ней фотографии, музыку и различные нужные вам файлы. Итак, начнем знакомство с этим потрясающим смартфоном и начнем, пожалуй, с экрана, потому что экран здесь заслуживает, безусловно, заслуживает особого внимания. Здесь очень высокое качество изображения, здесь HD-картинка. Это значит максимальная четкость, максимальная контрастность, максимальное качество изображения. Вы будете видеть все, вам не придется напрягать глаза, более того, вы будете получать удовольствие от этой самой картинки. Посмотрите, какая она. Завораживает просто это изображение, все детали, все мельчайшие подробности видны на этом четком, ярком экране. Цвета максимально реалистичные, максимально сочное изображение. Друзья, это действительно важно. Это подарит вам максимум удовольствия. А мы дарим вам максимальную скидку и самую выгодную цену. Всего 3999 он стоит, как мобильный телефон. Он стоит сейчас, представьте, как мобильный телефон. Вы получаете еще плюс ко всему наушники в подарок. Наушники в подарок, мобильный телефон по цене, смартфон по цене мобильного телефона, скидка 60%. Это серьезно, но это распродажа. Длится у нас всего-навсего еще 2 часа. Даже полтора, насколько я понимаю, полтора часа остается до завершения нашей распродажи в рубрике «Электроника». Полчаса от этого часа и еще 1 час, друзья. И все, друзья. Пока есть все цвета, но они очень быстро закончатся, потому что у нас распродажи, поэтому количество лотов ограничено, потому что слишком низкая цена. Прямо сейчас вы можете его заказать, пока еще все цвета в наличии. Всего 3999 по цене мобильного телефона. Вы получаете качественный современный смартфон, друзья мои, со всеми вытекающими приятными бонусами и последствиями. Что это значит? Вы можете получать максимум полезной информации, максимум необходимой информации, где бы вы ни находились и чем бы вы ни занимались. Итак, давайте попробуем с ним пообщаться, давайте попробуем с ним, со смартфоном, поговорить. Я напоминаю, мы говорим со смартфоном, который стоит 3999 рублей. Готовы? Сколько стоит смартфон? Заглянула на маркет. В среднем 9270 рублей. Смотрите. Средняя цена 9000 рублей. Средняя. Это в три, почти, в три раза больше, чем стоит наш смартфон. Это еще не все. Рост Дмитрия Нагиева. 173 сантиметра. Что на фото? Дайте посмотреть поближе. Итак, друзья, и вот, допустим, шли где-нибудь по парку, увидели растение незнакомое, захотели узнать, что же это за растение такое, если вы не против, просто берете и фотографируете его. Берете, фотографируете. Кстати, отличная фото- и видеокамера. Потрясающая фото- и видеокамера. Так, сфотографировал, вот у нас фотография. Не могу раскрыть, но вроде бы вот эти картинки похожи. Так, правильно. И, кстати, действительно ведь похоже. Нашел он, что это такое. Нашел, что это за вещь такая невероятная. Это растение искусственное. Точно совпадает. И можно даже его заказать. Здесь есть предложение. Абсолютно точно он нашел. Абсолютно точно определил, друзья. А можно задавать любые вопросы. Годы жизни Александра Сергеевича Пушкина.
6 июня 1799 года, 10 февраля 1837 года. Самое глубокое озеро. Байкал. Самая длинная река. Амазонка. Самое... Сейчас вот так сделаем. Что это означает? Значение имени Полина. Полина – самостоятельная, русская сокращенная разговорная форма греческого, латинского имени Аполлинария, женской формы имени Аполлинарий. Значение имени Елисей. Имя Елисей – древнееврейского происхождения, означает оно спасение. Любые вопросы. Можно задавать любые вопросы. Погода на завтра. Завтра в Москве от плюс 15 до плюс 22. Небольшой дождь. Где лето? Кто-нибудь скажет, где лето? Куда оно пропало? Друзья мои, потрясающий смартфон по очень легкой и вот по-настоящему летней цене. У нас распродажа, поэтому по цене мобильного телефона, вот этого кнопочного маленького телефона, вы получаете современный смартфон с 60% скидкой. Плюс получаете наушники в подарок. Плюс, если заказываете карту памяти, получаете бесплатную доставку, друзья. Всего 3999. Шикарный смартфон, потрясающий дизайн. Посмотрите, есть красный цвет. Есть платина, есть классический черный цвет. Выбирайте тот, который вам нравится больше. Это же бренд Irbis. Irbis – это отечественный бренд, который беспокоится о нас с вами, о соотечественниках. И цель Irbis – чтобы каждый из нас мог пользоваться современной качественной техникой, при этом не переплачивая западным или вообще другим зарубежным брендом. Отечественные, друзья, предложения специально для зрителей телеканала Shop & Show. Роскошный.